В Твери заканчивается благоустройство общественных зон в центре города, а также в микрорайоне Южный, поселке Химинститута. Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ на всех объектах и оценил степень их готовности. Надо довести работу до конца. Убираем бетонные столбы. Один, и вот второй. Его подготовили тоже, да. Это уже почти финал. В сквере на площади Михаила Тверского завершена укладка гранитной брусчатки, установлены скамейки и новое гранитное ограждение. Скоро смонтируют систему освещения. Уже известно, что со временем вдоль тротуаров на улице Дементьева появятся и туи, и новый газон. Ремонт дороги и тротуаров здесь закончен. До конца ноября все доделают и на площади Михаила Тверского. Начали уже устанавливать малые архитектурные формы. 22 ноября ожидается поставка опор освещения. Они будут смонтированы, тоже уже объект будет полностью завершен. Наиболее масштабным объектом благоустройства в этом году является площадь у стелы «Город воинской славы». С учетом погодных условий на объекте сейчас используют тепловые пушки и специальные павильоны, позволяющие обеспечить высокое качество работ. Так, а столбы мы потом, когда уже совсем нам будет... А вот эти столбы, которые 9-метровые. Ну, они так по проекту у нас и планировали. Посмотрим. На сегодняшний день подрядчик уже закончил укладывать здесь брусчатку. Продолжаются работы по капитальному ремонту фонтанов. В рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» в настоящее время завершаются работы и на стеле «Город воинской славы». Работы по укладке брусчатки уже в полной мере завершены. Заканчивается работа по планировке территории и облицовка капустинским гранитом чаш бассейнов, а также монтаж оборудования для непосредственно самих фонтанов. В двух других зонах отдыха в Московском районе тоже кипит работа. В сквере в поселке Химинститута завершена вырубка деревьев и кустарников. Установлены бордюры, рабочие укладывают брусчатку. Ну, я так понимаю, что настрой у вас хороший здесь, да, и в принципе по материалу и по опорам все у вас здесь все получается. В сквере на улице Можайского выполнены работы по укладке плит из белого камня. Сейчас подрядчик монтирует освещение. В настоящее время в завершающей стадии находится работа по устройству сквера на улице Можайского, непосредственно рядом с роддомом, который находится. Дорожки все уже выложены из белого бетона. Идется монтаж фонарей освещения, прокладка кабелей для этих фонарей. Буквально в ближайшую неделю все работы подрядной организации будут завершены. На каждом объекте глава Твери Алексей Огоньков провел совещание с представителями подрядчика. Общественные зоны, где сейчас идут работы, находятся на особом контроле администрации и будут закончены до конца ноября.